Помимо распространения фейков, они в это время готовят серьезную фальсификацию результатов выборов. Что я имею в виду? Сигнал, который поступил из Приднестровья буквально позавчера поздно вечером, который также подтвердили мне чуть позже некоторые другие источники, значит, с жителями Приднестровья началась работа. Им дают по 700 лей за голосование за Дадона. Не будет никаких подвозов до избирательных участков, потому что они понимают, что там будут СМИ, там могут быть граждане страны, которые против всяких там подвозов. И это правильно, что это нужно блокировать. Значит, они будут подвозиться до моста, дальше люди будут проходить пешком, как будто они сами приехали. Значит, я хочу обратиться сейчас к Дадону, ко всем его этим умным там пиарщикам, которые сидят в наглую в офисе партии социалистов и делают все, что хотят. Что, ребят, все ваши попытки будут заблокированы. И я призываю всех граждан страны, вне зависимости от того, за кого вы голосуете на этих выборах, объединиться, документировать все эти вопросы. Для того, чтобы показать и всем гражданам Молдовы, и всему миру, как Дадон хочет и пытается сохранить свою возможность участия в выборах президента и попасть во второй тур.